статистике, в летний период возрастает количество нарушений, связанных с самовольным подключением и отключением газовых приборов в подмосковных квартирах. Чтобы избежать утечки газа, важно знать несколько простых правил. Чаще проветривать кухонное помещение, чтобы в квартиру поступал кислород. Не загораживать решетки вентиляции и проводить чистку вытяжки. Это позволит устранять из помещения продукты горения. Осуществить проверку тяги вытяжки можно, поднеся к вентиляции лист бумаги. Если есть притяжение, оборудование исправно. Если дома вы почувствовали запах газа, срочно звоните по номеру 112. При отсутствии вентиляционной тяги необходимо оставить заявку на сайте «Добродел».